Наверное, просто, наверное, поверили в себя, что можно, все легко дается, поэтому можно выиграть без борьбы, без напрягов. А «Динамо» приехал, видно, думал по-другому, что если биться и пластаться, и иметь желание выиграть, они это и сделали, а мы нет. Мы сегодня отыграли самую худшую игру в этом сезоне. Даже проиграли по всем компонентам. И в движении, и в силовой борьбе, и в нацеленности на воротах. Самое главное, и в желании. Поэтому такой счет. Вот до середины второго периода, пока счет был равный, вы тоже не удовлетворены вот, игрой на этом отрезке? Пока еще не начали пропускать? Конечно, не удовлетворен. Потому что это не та игра была. Мы все играли в прокат, отбрасывались, не было нацеленности на ворота. Мы все по углам, по углам, по углам, по углам, ни бросков, ничего. Мы имели территориальное преимущество в первом периоде, а по броскам проиграли 7-11. Как это? Вот опять из этого все утекает. После возвращения с Дальнего Востока вот несколько дней было, как-то растеряли форму, может, или что могло случиться? Да нет, это все оправдание. Надо выходить и биться, а искать причины надо в другом, в себе прежде всего. А здесь я не вижу, что это могло повлиять на результат. Только в желании команды и биться, получать травмы, синяки в игре, а у нас их нет, все нормально. Есть вопросы? Ну, еще говорю, я надеюсь, что каждая игра, она какие-то положительные моменты можно извлечь, поэтому я считаю, что эта игра как бы вернула нас на место. Может быть, до мозгов дает, что просто так ничего не бывает. И какие-то результаты мы получим от этой игры. В принципе, как вариант. Спасибо.